Ёба. Don't look back. Сука, и нахрена я посмотрел назад, а? Всем привет, дорогие друзья, с вами Спук! И сегодня мы продолжаем играть в игру Layers of Fear. Напомню, что в прошлый раз с вами мы практически дорисовали вот эту голову, вот этот бюст, да? И открыли еще один элемент, да, в общем, кисточку, которую использовал наш главный герой, собственно, за которого мы играем. И нам осталось открыть последние две дверцы. Что у нас тут? Куклы какие-то. Хм, дитё какое-то. Так, короче, все. Идем вперед. А, нет, мы не идем вперед. Вот, как обычно, как всю эту серию, это видео я посвящаю Дашке, которая уже выздоровела, но все равно я посвящаю его ей. Так что, ну, в общем, а вам всем приятного просмотра. Все, идем вперед! Сразу скажу, что все будет уже не страшно, потому что будет уже совсем не страшно. Hickory Dickory Dock. The clock struck one. Horde ran down. Hickory Dickory Dock. Hickory Dickory Dock. Очень смешно, очень весело. Спасибо, что посмеялся, чувак. Мне было очень приятно слушать. Так вот. Теперь мы с вами уже научены. Мы знаем, чем пугает эта игра. Поэтому все. Нас этим не испугать. Да. Все разбитое, все сломанное к чертям собачьим. Жесть. Ощущение, как будто, ну, просто дом разваливается к чертям собачьим. Или мой разум разваливается к чертям собачьим. И мы этого не знаем, но... Что произошло? Что-то произошло! Бэ, вы что думаете меня этим напугать, что ли? Вы меня уже этим не напугаете. О, гад. Это ошейник собачий. Фак! Он плохой достаточно. Хорошо! Собака плохая достаточно. Хм, какие-то звуки. А мы с вами идем дальше. Что у нас здесь? Ёпта! Глаз! Ой, что это за херня вообще? Ой, теперь он что на меня смотрит? Что за... What the fuck? Что за жесть вообще? Какой-то красный глаз, и мы теряем сознание. Да... Но это уже не так страшно, как было страшно в начале, потому что, к сожалению, ты уже ко всему этому привыкаешь к концу игры. Видимо, либо не стоит мне играть полностью в игры, ну, в ужастики полностью их проходить, а получать удовольствие только там от первых, от первого часа игры. Вот, либо этой игрушки явно не хватает уже чего-то оригинального под конец. Либо я зажрался. Не знаю. Узнаем, что будет дальше. Так, прыгать мы не можем, но нам нужно добраться до того ящичка. Добраться до сундучка. Что у нас здесь? Ну, в общем-то, тот же намордник. Намордник для собаки. Все, выходим из двери. Из какой двери? Из комнаты. Дверь. Да? И у меня пролагала игра. Отлично просто. Куда нам идти с вами? Опять сдавливающие звуки, как будто Слендер недалеко. Фак! Вы этого не видели, вы этого не слышали. Абсолютно не страшно. Вообще пипец. Жесть. Ебать. Ебать, красота. Кто это? Хорошо. Хорошо.
и... Ёба нахрен! What the fuck? Столько мышей! Или крыс, крыс скорее. Давай, что это такое? Здесь столько крыс, наверное. Какая-то дохлая крыска. Такая бедненькая, маленькая, умерла, такие маленькие лапки. Все, говно игра, короче. Пипец. Пипец, ну все-таки, несмотря на то, что я стараюсь держаться, блин, в такие моменты очень тяжело сдержаться и не обосраться. Вот это из меня поэт, да? Поэт всем друзьям, привет. Закроем дверь к чертям и идем вперед. Что это? Это пыль или это мошкара? Это хрен знает. О, господи. Опять крысы. Кругом крысы, и наш герой опять теряет сознание. Хм. И мы просыпаемся в месте, где мы просыпались, когда, в общем, на нас кричала, как набрасывалась какая-то женщина и кричала на нас. Видимо, мы были очень привлекательны для нее. Я не знаю, что она от нас хотела тогда. Я вперед. Нас опять топят соседи сверху, что ли? Опять топят соседи сверху. Ну жесть, а. Пипец, у меня, видите, все, вот вся краска с обоев слезла. Или обои скрад. Короче, со стены. Ёба. Don't look back. Сука, и нахрена я посмотрел назад, а? Нахрена я посмотрел назад, а? Хотя, может быть, там не было выбора, на самом деле. Может быть, и не стоило. Может быть, если бы я и не посмотрел назад, я бы не смог открыть дверь впереди, так что... Но обычно, когда тебе говорят, не делай чего-то ты хочешь делать. О май гад, кто засрал мою картину? А, кто засрал? Какой засрал? Просто, блин, такое ощущение, вот тут была пати, просто кто-то заблевал тут все. Жесть. Так. И держи что-то от меня назад. Эта бутылка, это то, что кладет наши деньги на стол. Да, чувак, именно алкоголь помогал тебе зарабатывать деньги. Опа, смотрите, как интересно. Ну, идем сюда. What the fuck? Что это сейчас было такое? Что это за звук вообще? Пипец. Страшно, еще какие-то механизмы в стене. Что это? Не, давайте посмотрим, что это. Что это? Что это? Я хочу видеть! Я хочу видеть! И все? Что это было? То есть что-то, ну, эти цепи стягивали кого-то или что? 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 Я постоянно говорю это. Что? Что? Но мне правда интересно. Мне страшно туда ходить. Я говорил, что ни хрена не страшно, но я... Ну, я врал. На самом деле страшно. Что у нас здесь? Я буду идти... А. Хорошо. Я шел спиной, потому что ни хрена впереди не видно. Фу-то, блин, я подумал, что это чья-то тень. А это... Всего лишь фонарик светит. Хм. Записочка. Давай. Let's consider our options. Давайте... Рассмотрим наши опции. Нож. Быстрый, так. Ну, короче, какие у него? Нож. Какая-то передозировка чего-то. Оружие. Крысиный яд.
и отравленная краска. Что за опция, непонятно. То есть он кого-то хотел убить. Кого-то убить. Так, это его принадлежности. Различные кисточки и карандаши. Ну, скорее, только кисточки. Мой подарок! Я хочу их назад. Ты слышишь меня? Я сделаю тебя правильно, дорогая. Я обещаю, я сделаю тебя правильно. Отлично из меня переводчик. Главное, я все понятно перевел. Идем дальше. Так, так. И снова лифт. Комната начинает повторяться. Значит, наш дом все-таки не так бесконечен в его сознании. Так, куда нам? Едем наверх. Отлично. Так, что ж нам сам идет наверху-то? Опять там кто-то засрал мой коридор. What the fuck? Ебать! Она там? Она там? И снова я на этом месте, а? Как сосиска в тесте. Жесть. Мое сердце, я думаю, к концу игры не выдержит. Так что если... До конца... Ну, короче. Жесть. Да бабёна меня пугает. Что она от меня хочет, а? У меня денег все равно нету. Ничего у меня нету. Оставьте меня в покое, пожалуйста. Ребенок растворился и превратился в какую-то жижу. Я думал, что это кровь, а это что-то черное. Какая-то чья-то. Это блевотина нигера. Так, хватит российских шуток, тем более тупых и не смешных. Идем вперед! Опять там плачет кто-то! Что это такое, я не понимаю. Не понимаю, какая-то лужа, что-то неясное. Давайте пойдем туда, но она ж плачет. Мы должны ей помочь. Ну не плачь! Не плачь, все будет хорошо, он вернется! Да он вернется! Вернется он к тебе! Не плачь ты! Ну и ладно. Оставайся одна. Уравелон. Так, и снова мы в кабинете, где мы взяли наш первый ключ. О, мне звонят. Мне нужно срочно ответить. Где телефон? Где телефон? Да где телефон? А. Так. Опа, секретный телефон. Что упало? Что упало? То пропало. Так, что у нас с вами упало? Какие-то книжки упали. Ладно, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Ну, естественно, необходимые атрибуты для работы нашего с вами художника. 363. Хорошо. 363. А чем мне это помогает? Но давайте запомним. 363. Спасибо, парень, что помогаешь мне. Мой волосат... Мое волосатое творение... Да смотрите, кто-то мне даже в ящик наблевал!
твари, а? Вот я больше не буду, короче, устраивать вечеринки у себя дома. Так, это сейчас мы прочтем. Тут ничего нету. Babyface. А, некоторые картины... Defy, не, фиг знает. Ну вот, окей, определяют простые слова. Я не знаю. Базовое знание субъекта абсолютный должен, если один немного еще хочет их. Окей. Ребенок лицо. Ребенок лицо. Один такой пейнтинг. Да, картина. Это искусство аномально рисует десятки тысяч медиа, масс-медиа. Ну, короче, пусть будет масс-медиа, короче. И воскресный абстрактный афишен... Херню, короче, какую-то рисует. В реальности это выглядит похоже на результат длиной недели... искусный марафон не очень хорошо хз, короче, какого-то пейнтера, ладно, какого-то художника, ладно, не буду мучить ваши уши своим дурацким переводом. Включим лампочки. Зачем-то это нужно, зачем-то нам надо включить лампы. Лампы есть для того, чтобы включить. Лампы есть для того, чтобы их включить, а двери есть для того, чтобы их открыть. Не забываем про самое святое, в общем, что есть в этой игре. Это возможность все пооткрывать, а? Потому что это пригодится. Все включили, вот все включили. Ну, естественно, тут все закрыто. Естественно, закрыто. Тут ничего не взять, 363 на стене. И куда нам идти? Куда же нам идти и что нам делать? 363. Я понятия не имею. 363 это код. Но к чему код? К чему код? Хрен поймет. Я вот не знаю, парни. Я не знаю. И опять начинается какая-то тупка. Я хочу, блядь, пройти это, но... Я не понимаю. Чё я не вижу-то? Я подходил к этому телефону, почему я не мог на него нажать, а только сейчас смог? Ладно, 3, 3, 6, 3. Открывайся, дверь. Да откройся. Сука. Что надо сделать, чтобы ее открыть? Может быть, тут что-то надо взять на столе? Нет. Как открыть это? Тупо вообще. Как открыть? Как открыть? Ебать! 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 Охренеть! Пиздец. Что это вообще? Жесть. Но это мне не помогает решить мой вопрос. А! Помогает. Ну ладно. Thank you for playing the previous preview version of Layers of Fear. We hope you enjoy it and we can't wait to hear your feedback. Stay tuned for more madness. Оставайтесь включенными для большего безумия. Почему? Ведь еще две! Две, Карл! Две! Две! Я же не дорисовал картину, или это вся? Это вся картина, которая там была? Что? Что? Я не понимаю этого. Я думал, будет еще два элемента. Ни хрена не ясно. Давайте continue.
Может быть, мы теперь можем... Нет, не можем. То есть начинается снова 4 глава. Что за тупость, а? Где мои две последние главы? Где? Короче. Ну, что сказать. Отличная игра. Хорошая. Только, ну вот, с концовкой не совсем понятно. Я все-таки думал, что... Ну, как бы это предпоследняя часть. Потому что, ну, как-то она была... Все-таки немного слабовато и не совсем понятно, чем-то все кончилось-то. То есть мы нашли там какие-то, ну, грубо говоря, там части тела, да, там, ну как, образно говоря, части тела, там кровь, там еще что-то, кожу там, для того, чтобы он нарисовал свою картину. Какую картину? То есть, на мой взгляд, она не закончена. Да, то есть я думал, что она... Ну, то есть... Ну да, она выглядит все равно незаконченной. Потом мне казалось просто по количеству ящиков, что будет больше. Соответственно, я готовился к какой-то концовке, какой-то более вразумительной. Ну хорошо, мы нашли все эти 4 компонента, даже если их 4. Мы даже нашли записюльку, где было сказано там о том, какие способы он выбирал. Там, да, это крысиный яд или еще что-то. Окей, да, я пропускал 100-500 записок, ну, то есть не дочитывал их до конца. Но ёпта! Если вы мне скажете, что в одной там из первых было написано, что вот, он убил там и так далее, то это говно. То есть это не получается нормального, как бы, ну, логичного, в общем, исхода. То есть как? Я хочу узнать всю картину целиком. То есть кого он убил? Дочь? Или это? Ну, видимо, дочь. Ну, видимо, там это в записках как-то было указано. То есть... Я хочу увидеть в конце картину в целом, то есть, что происходило. А я этого не вижу. Вот я, например, не люблю читать записки, и что, мне теперь надо пойти нахуй с этой игры? Я не хочу. Ну, короче, это мне не нравится, это тупо. С другой стороны, это позволяет тебе все-таки исследовать мир и самому как бы понимать. Но, ну, мне кажется все-таки, что игра недозакончена. То есть, они, наверное, все-таки сделают еще пару глав. Да, ну а мы с вами на этом закончим. Прохождение Layers of Fear, потому что, как сказали нам разработчики, мы ее прошли. Вот. Ну, в общем, если вам понравилось видео, то ставьте лайки. Если не понравилось, то напишите в комментариях, почему не понравилось. А также пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть в качестве прохождения. Или, скорее всего, это просто будет... Просто, типа, давай поиграем. Потому что, ну, проходить ужастики это скучновато. Под конец уже не так интересно. Конечно, да, мне, я признаюсь, мне было страшно. Но уже не так, как мне было страшно там во втором видео. Или хрен с ним в третьем. Вот. То сейчас уже так, ну, как бы, нормально. В общем, всем большое-большое спасибо за просмотр. Если вы досмотрели до конца, то, блин, ну, респект вам, чуваки. Никто не досматривает до конца. Кроме меня и Дашки. Вот, в общем, если вы досмотрели это видео до конца, большое вам спасибо. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайки. Мне будет очень приятно и, ну, для меня это, ну, очень важно. Получить фидбэк от людей, в общем, которые меня смотрят. Пусть их мало, пусть их там 1-2 человека. Мне плевать. Мне главное, что знать, что, как бы, есть кто-то из вас, кто меня смотрит. Это круто. Вот, это очень приятно. В общем, да, спасибо большое всем за просмотр. Ну а мы увидимся с вами в следующем видео. Покеда!